натрий-1,1,3 фосфат. Инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения, НПО «Микроген», ЭО, Россия, код ATX, С01ИБ10, активное вещество, трифосадинин. Лекарственная форма, натрий-1,1,3-фосфат, форма выпуска, упаковка и состав препарата натрий-1,1,3-фосфат. Раствор для введения 1 амп. Трифосадинин, натрий-1,1,3-фосфат, 10 мг 1 мл, ампулы, 10 пачки картонные. Клинико-фармакологическая группа. Препарат, улучшающий метаболизм миокарда, применяемый при пароксизмальных наджелудочковых тахиаритмиях, фармакотерапевтическая группа. Метаболическое средство, фармакологическое действие. Средство, улучшающее метаболизм и энергообеспечение тканей. АТФ является естественным компонентом тканей организма, участвует во многих процессах обмена веществ. При распаде АТФ на АДФ и неорганический фосфат высвобождается энергия, необходимая для мышечного сокращения и различных биохимических процессов. АТФ участвует в передаче возбуждения в адренергических и холинергических синапсах, облегчает передачу возбуждения с блуждающего нерва на сердце. По-видимому, АТФ – один из медиаторов, возбуждающих аденозиновые рецепторы. Усиливает мозговое и коронарное кровообращение, способствует увеличению периферического кровообращения. Трифосадинин – производная аденозина. Аденозин является агонистом пуренергических рецепторов, активация которых приводит к угнетению деполяризации процессов проведения электрических импульсов в синусовом и ИВ-узлах. Этот эффект лежит в основе антиаритмического действия трифосадинина при наджелудочковых тахикардиях. Действует кратковременно в течение нескольких секунд. Показания к применению купирования пароксизмов наджелудочковой тахикардии, исключая мерцание или трепетание прецердий. Способ применения и дозы. Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. Вводят в ПФ, дозу устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний. Побочное действие. При ВМ-введении, возможны головная боль, тахикардия, увеличение диуреза, гиперурикемия. При ВМ-введении, возможны тошнота, гиперемия кожи лица, головная боль, слабость. Аллергические реакции, редко, зуд, гиперемия кожи. Противопоказания к применению. Острый инфаркт миокарда, тяжелая артериальная гипотензия, тяжелая брадикардия, СССУ, ЭВИ-блокада 2-3 степени, за исключением пациентов с искусственным водителем ритма, острая и хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, хобль, бронхиальная астма. Синдром удлиненного интервала QT, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к трифосадинину. С осторожностью брадикардия, ЭВИ-блокада I степени, блокада ножек пучка ГИСа, фибрилляция и трепетание прецердий, аритриальная гипотензия. ИБС, гиповолемия, перикардит, стеноз клапанов сердца, артериовенозный шунт, слева направо, недостаточность мозгового кровообращения. Состояние после пересадки сердца – менее 1 года. Применение у детей противопоказано применение у детей и подростков в возрасте до 18 лет. Особое указание. Не рекомендуется одновременное применение трифосадинина и сердечных гликозидов в высоких дозах. Лекарственное взаимодействие. При одновременном применении с сердечными гликозидами повышается риск развития побочных эффектов ПФТ. Часть аритмогенного действия.